Всем добрый день! Сегодня мой отзыв вот о таких сухариках. Это сухарики телятина на гриле. Их я уже покупала, мне они понравились своей необычной формой и своим необычным вкусом. Поэтому я хочу поделиться с этой информацией с вами. Возможно, мой отзыв кому-то пригодится. Это сухарики «Хрустим». С этой стороны написан состав. Состав очень интересный, если кому надо, я могу прочитать. Но как-то мне говорили, зачем вы читаете состав, мы это можем прочитать сами. Эти сухарики изготавливаются на 4 торговых предприятиях. Эти предприятия указаны вот здесь. Какое предприятие изготавливает именно эти сухарики, можно почитать вот здесь. Эти сухарики изготовлены в Московской области, в России, в городе Кашира, на предприятии Фрит-Алей Мануфактуринг. Теперь давайте посмотрим, что из себя представляют эти сухарики. Они очень необычной формы, по крайней мере, такие я еще не встречала. Они очень мелкие, маленькие, аккуратные, вот посмотрите, какие они малюсенькие, такие маленькие монеточки. Очень ароматные, пахнет копченостями, копченой паприкой и копченостями. Сухарики пористые, видите, такие пористые, тоненькие, и они хрустящие, горелых нет, горелым не пахнет, и они очень вкусные. Очень быстро раскусываются, не жесткие. У них солоноватый вкус и с привкусом копченостей. Недаром здесь написано, что это телятина на гриле. Если мой отзыв оказался вам полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в гости. Будет еще много интересного. До новых встреч!